Здравствуйте, дорогие друзья. Извините, такой внешний вид. Я только после бани. Вот. Имя мое Салават, кто меня не знает. Вот я кинорежиссер. Я нахожусь сейчас в родовой деревне моих предков. Оттуда пошла наша фамилия. Абдуль-Вахид звали моего прапрапрапрадеда, который в 1750 году со своими братьями и друзьями купил эти земли и осел здесь. Это деревня Имяндашево в Гафуристском районе, в самом центре России, в Башкортостане, в республике Башкортостан, вот, возле скалы Ухлахаян. Вот, здесь мы с друзьями, коллегами сняли уже несколько фильмов. Я только сам лично 3 фильма здесь снял уже. Вот. А сейчас, перед поездкой, значит, я хотел бы показать вот эти места. Извините, что я в машине веду вот это свое селф-интервью, да? Просто на улице очень сильный ветер. И просто будет задувать, и не будет ничего слышно. Переверну, вот смотрите. Это наша скала Ухлахая. Вот. Священная гора. Вот это деревня. И вот этот мост, где сейчас я стою на машине, на мосту. Вот этот как раз овраг. И вот здесь были расстреляны 14 человек. Это мой прадед, старшина племени. Он возглавлял племя. И еще 13 человек его друзей. Вот, за то, что они сожгли мост и не хотели общаться, якшаться ни с красными, ни с белыми. Потому что они хотели, что жить просто в мире, в согласии, вне всякой политики. Вот. Ну ладно, в принципе, вкратце расскажу о фильме. Наша задача сделать фильм о свободе, потому что я давно уже задумал эту картину, еще когда жил в Европе. В Италии, Испании, Франции я обошел пешком всю Европу, и я заметил, что простые люди везде одинаковые. Что в Испании, что в Италии, что в России, что, я думаю, что и в Сербии тоже, да. Вот. Все живут одинаковыми проблемами, все хотят просто жить, радоваться, воспитывать детей, растить детей, да. У всех очень простые проблемы, вот. И эти проблемы нас объединяют. И эти проблемы, они прописаны во всех святых писаниях. Об этом не надо даже мне повторяться. Это все знают. Вот. Смысл фильма в чем? Я не хочу там быть каким-то проповедником, да, кому-то навязывать свою позицию, свое мировоззрение, тем более уж политику какую-то. Да. Нет, ни в коем случае. Наша задача как раз-таки вместе со зрителем попытаться найти и понять смысл слова «свобода». Потому что, вот как Николай Бердяев не случайно исследовал этот феномен, да, и пришел к выводу, что свобода и Бог из одного лона. Вот настолько он высоко воспарил своей мыслью, и настолько он интересно сделал вывод. Вот. И я с ним полностью в этом вопросе согласен, и мне хотелось бы, чтобы мы осознали и наконец-то поняли вот этот вот великий смысл, смысл слова «свобода». Что дает, какие права нам дает свобода, что мы можем делать с этим, со своей свободой. И что не имеем права, где эта свобода заканчивается. Вот. Как-то так. Всем удачи, счастья, любви, благополучия. И всех, кто хочет участвовать в нашем проекте, милости просим. Вот. Давайте вместе сделаем добрый, хороший, позитивный фильм о любви, о свободе. Вот. Спасибо.